Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на канале SMP Racing. Меня зовут Глеб, и все эти выходные мы будем вести трансляцию из бельгийского города Спа, рядом с которым находится мировой известности трасса Спа-Франкошам. Теперь немножко о самом городе Спа. Прямо за моей спиной находится термальный комплекс имени Петра Великого. Вы будете удивлены, но это действительно так. В те времена царь любил приезжать в Спа, потому что этот город был известен огромным количеством термальных источников. В черте города порядка 300 термальных источников, и вы можете принимать ванны, пить воду. Ходит легенда, что когда царь приезжал в Спа, он выпивал по 20 стаканов воды в течение дня, и перед каждым питьем стакана термальной воды царь говорил что? Спасибо. Ну, конечно же, это из разряда легенда.ру. Здравствуйте. На самом деле название Спа произошло от двух слов. Аква сепаданата. Переводится как пузырчатая вода. Вот, соответственно, вы можете за моей спиной видеть этот дворец. Как добраться в Спа? Вы можете прилететь в Брюссель, взять машину в аренду или же общественным транспортом, электрички ходят. Вы можете прилететь в Дюссельдорф. Порядка полутора-двух часов, и вы будете прямо на треке. Вместе с тем, прямо от города Спа вы можете за 10-15 минут добраться до трека, то есть это удобно. Я всем советую вечером прокатиться сюда на машине или общественным транспортом, вы проведете классное время. Теперь немножко о самой трассе. Изначально трасса проектировалась между тремя городами. Это Ставелот, Малмеди, ну и, соответственно, Франкошам. Но по истечению многих лет 14 километров трассы были урезаны, и остались те 7 километров, которые мы с вами знаем сейчас. На этой трассе на подиум вставали такие знаменитости, как Айртон Сенна, Кими Райконен, Себастьян Феттель и многие другие. Как вы видите, весь город наполнен ребятами из SMP Racing. Ну а на этом свою трансляцию из Спа я заканчиваю. Надеюсь, что парковка была оплачена, и мы с вами увидимся скоро прямо с трассы Спа-Франкошам.